Друзья, всем большой привет! С вами Настя, и вы на канале Toscana Bags. И сегодня мы поговорим о том, как одежда помогает нам чувствовать себя увереннее. В каждом нашем ролике мы так или иначе говорим про внешний вид, о моде, трендах, о том, что сейчас актуально, как встроить это в свой гардероб или как, наоборот, выстроить свой стиль. И пусть наш внешний вид не меняет какие-то глобальные вещи, зато он совершенно точно может изменить нашу жизнь и конкретно ее мировосприятие. Ну а это, согласитесь, в рамках жизни одного человека не так уж и мало. Так что давайте начинать. Первым делом вспоминаем наш любимый фруктовый салат. Там, где груши, яблоки, ну и другие типы фигур. И подбираем одежду, исходя из этого. Например, не увеличивая бедра, если это проблемное место, и не обтягивая живот, если он вам не нравится. Я думаю, вы и сами знаете, что при грамотной стилизации можно изменить свой внешний вид, не меняясь в объемах. Ну и, соответственно, чувствовать себя более уверенно и не думать о том, что что-то откуда-то выпадет. Второй прием, когда уместно добавлять небольшой каблук. Вообще, кроссовки, конечно же, захватили наши гардеробы, ну и правда, удобная обувь делает жизнь намного комфортнее. Но я замечаю по себе, по своим знакомым и даже по стилистам в социальных сетях. В последнее время все уходят от кроссовок в сторону более разнообразной обуви. Добавляют интересные лоферы, босоножки или туфли-лодочки. Здесь я абсолютно соглашусь, ведь когда мы обуваем даже самый небольшой каблук, плечи мгновенно расправляются, меняется осанка и, конечно же, взгляд. Даже самый маленький и устойчивый каблучок будет смотреться более элегантно, чем кроссовки. Когда это уместно, добавляйте такую обувь в свой образ. Следующий совет – обновлять базу и обращать внимание на посадку. Стилисты и фэшн-блогеры говорят, что классические брюки, джинсы, белые базовые футболки, жакеты – они с нами надолго и никуда не уйдут. И если фасоны могут оставаться актуальными долгое время, то вещи, к сожалению, порой приходят в негодность. Особенно, если они горячо любимые. К сожалению, та самая база может терять свой внешний вид. Например, белые футболки могут желтеть, а джинсы растягиваться. И смотреться они будут уже не так стильно. Так что не стоит забывать про обновление базы. От зацепки на свитере ваш образ, может быть, и не пострадает. Но зато самовосприятие точно ухудшится. То же самое, кстати, касается и посадки вещей. В течение жизни наша фигура может меняться, и это абсолютно естественно. Но не стоит думать, если вы хоть и с треском влезаете в футболку размера S, то вы выглядите как раньше. Или что эта самая футболка будет мотивировать вас прийти в форму. На практике она просто-напросто будет тесной. Не будет удобно для вас, и вы будете чувствовать себя некомфортно и теряться. Ну и напоследок, если вам нравится что-либо, то обязательно носите это. Вообще, свобода самовыражения важна для человека на протяжении всей его жизни. Если вам хочется отразить свой внутренний мир посредством интересных аксессуаров, фасонов или даже хендмейда, то обязательно сделайте это. Но самое главное, как вы будете себя ощущать. Если вы несете одежду с гордо поднятой головой и говорите «да, я сама это сделала» или «я сама это придумала», то окружающие так или иначе отметят ваш образ. Ну а проще всего самовыражаться при помощи аксессуаров. Покажу вам некоторые сочетания, которые вы сможете подобрать в Toscana Bags. Начать я хочу вот с такой модели. Она считается одной из самых простых и самых популярных в нашем ассортименте. В комплекте здесь идет тонкий кожаный ремешок, но я рекомендую заменить его на что-то более акцентное. Тем более, что выбор позволяет. Каждой модели можно подобрать сразу несколько вариантов. Можно, например, тон в тон, а можно что-то поярче. Текстильные ремни в ассортименте есть с фурнитурой в цвете серебро, а также золото и латунь. Стоимость любого ремешка 1890 рублей, так что составлять образы можно бесконечно. Кстати, обратите внимание, что один и тот же ремешок может подходить к абсолютно разным цветам сумок. Поэтому простор для экспериментов просто огромный. Покажу еще несколько сочетаний. На самом деле вариантов расцветок у нас более сотни, поэтому к каждой сумке можно подобрать как геометрические сочетания, так и анималистичные принты и этнические. Что еще есть в ассортименте? Конечно же, абстрактные узоры и однотонные ремни. Кстати, обратите внимание, что у некоторых ремешков есть вот такой вот кожаный наконечник. Поэтому можно подобрать его тон в тон к нашим сумкам из зернистой кожи или наоборот придумать что-то контрастное. Здесь все зависит от вас. Подобрать сумку и сменный ремешок к ней вы сможете у нас в Toscana Bags. У нас есть шоурум в Санкт-Петербурге. Он находится на станции метро Гражданский проспект и работает по предварительной записи. Записаться вы можете у менеджера или на нашем сайте. Кстати, на сайте также доступен полный каталог наших моделей и ассортимент ремешков. А подобрать необычные сочетания вам поможет менеджер.
Заказы мы доставляем различными курьерскими службами, а по России при помощи Почты России доставка будет бесплатной, если в вашем заказе есть сумка по полной стоимости. То есть комплект из сумки и сменного ремешка приедет к вам абсолютно бесплатно. На этом у меня все, и я прощаюсь с вами до следующих видео.